Всем привет! Меня зовут Анна, я проходила марафон женственности первый раз. Могу сказать, что у меня остались самые приятные впечатления. Одной из моих целей было наведение порядка и уюта в доме, просто оказаться в нем, потому что на самом деле я очень много работаю и была очень далека от этого. Моя семья осталась очень довольна, потому что в доме стало появляться вкусные печеньки, вкусные блюда. И я стала больше времени проводить с семьей, с ребенком, со своим любимым мужчиной. Каждое задание, которое было в моем профиле, приносило очень много интересных знаний, очень много интересных моментов. И могу сказать отдельное спасибо Ольге Алексееву Аляеву. Спасибо вам!